Три знака зодиака, которые умеют любить по-настоящему. Любовь – это одно из самых важных чувств в жизни человека. Особенно это касается отношений. Многие люди хотят быть уверены в чувствах партнера. Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака умеют любить не просто сильно и навсегда. Они любят искренне, по-настоящему, отдавая отношениям всего себя, всю свою душу. Встретить такого человека в жизни – настоящая удача. Отношения с ним будут крепкими и яркими. Овен. Этот огненный знак считают слегка легкомысленным и влюбчивым. Но такое с ними происходит только в силу юного возраста. Став старше, овны делают выбор в пользу длительных и крепких отношений. Когда они встречают свою половинку, то остаются верны ей до последнего вздоха и готовы положить к ее ногам весь мир. Скорпион. Эти люди способны влюбиться с первого взгляда, раз и навсегда. Скорпионы не отступят после первого отказа. Они обязательно попробуют снова попытаться завоевать внимание возлюбленной или возлюбленного. Если построить отношения не выйдет, скорпион отойдет в сторону и будет искренне радоваться, если у объекта обожания в жизни все сложится. Но ради любимых они пойдут на все. Телец. Представители этого знака зодиака иногда считают эгоистичными за желание единично принимать решения. Но на самом деле тельцы в отношениях – просто эталон доверия и взаимопонимания. Их любовь бесконечна и щедра. Тельцы готовы отдать своей половинке буквально все, включая последнюю рубашку и тепло собственного сердца. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, и если видео понравилось, ставьте лайк.